Черно-белая доска – поле битвы для интеллектуалов. Республиканский турнир по тувинским шахматам проходит среди мужчин и женщин. Этот вид спорта требует умения анализировать позиции, предвидеть ходы соперника, планировать и строить сложные комбинации. На турнир съехались игроки со всех уголков республики. Правила игры в тувинских шахматах несколько отличаются от общепринятых. Так, нельзя противнику ставить мат конем, так как конь у тувинцев считается лучшим другом. Помимо обычных классических шахмат, у тувинцев бытовали и другие разновидности этой игры. Например, одним из таких самых ярких, да, отличий, например, соперника конем матовать нельзя. Если ты замотовал соперника, тебе поражение, потому что лошадь считается спутником тувинского мужчины во все времена, и лошади, да, но конем нельзя мотовать. Потом, когда пад, кто поставил пад, тот выиграл. Кто шахует, когда вечный шаг идет, кто шахует, тот тоже выигрыш считается. Ну и по ходам там отличия есть. Шуру Андар не расставила соперникам шах и мат, ведь девушка уже более 10 лет играет в шахматы. В свои 18 она является пятикратной чемпионкой Тувы по классическим шахматам, а по тувинским национальным – шестикратной чемпионкой Надыма. Многократно становилась призером игр, приуроченных к шагам. Любовь к шахматам у меня пришла с дедушки. Дедушка научил сначала играть старшую сестру, а старшая сестра привела меня в этот спорт. Когда вы играете в шахматы, вы забываете все свои достижения, которые вы достигли. Вы не смотрите на соперника, кто он, возраст, пол, статус, и только играете. Здесь собрались сильнейшие участники разных возрастов. Артыш Чульдум – пятикратный чемпион по классическому виду шахмат и трехкратный по национальным. Как он отмечает, в Туве нет школы, где бы обучали тувинским шахматам. Все шахматисты – самоучки. Да, шахматисты идут в прогресс, то есть они развиваются у нас, хорошо играют, выступают, хорошие результаты показывают на зонах Сибири и вообще по России. Там у нас есть чемпионы же наши, Тамерлан Чандыгыр, например, вот, выполнил мастера ФИДЕ у нас. Вот, еще выдающиеся, ну, дети у нас хорошо играют, выступают тоже за Саянами, и в России тоже, в чемпионатах России тоже хорошо участвуют и в командных, и в личных. Так как в этом году республиканский турнир по национальным шахматам проводится по другой системе, участники разбиты на 6 возрастных групп. Дети до 18 лет, молодежь, женщины до 55 лет и мужчины до 65, а также отдельная категория ветеранов. Установлены все одинаковые призы по всем группам. Организуют соревнования Министерство спорта Республики Тува совместно с Федерацией шахмат Республики Тува. И в этом году участвуют почти все сильнейшие шахматисты республики, за исключением тех, кто уехал на командировку там, на Украину. Празднование шага через игру в шахматы стало символом единства и культуры Тувы. Важно, чтобы это событие уже традиция, которая будет продолжаться и развиваться, радуя жителей увлекательными и напряженными поединками за шахматной доской. Инна Клоян, Буяна Юн, Ангер Кужугет, телеканал Тува 24.